Интернациональная школа Regents является британской международной школой для учеников в возрасте от 2 до 19 лет. В нашей школе учатся дети со всего мира, более 40 национальностей, говорящих на различных языках. Крупнейшая языковая группа, естественно, английская, в то время как тайская занимает второе место. Другие языки тоже хорошо распространены, но для всех нас английский является общим языком на территории кампуса. Число студентов меняется в течение года между 975 и 1100 учениками, что делает нас самой популярной школой в Восточном Таиланде. Но такое количество учеников не является для нас проблемой, так как наша школа разделена на три части. Ранняя школа для детей до 4 лет, начальная школа для детей до 11 лет, а также средняя школа для учеников с 11 до 12 лет. Мы очень рады всем посетителям нашей школы. При первом визите в Regents вас радушно встретит приемная команда из учеников и учителей, которые будут рады вам помочь. Убедитесь, что вы договорились о встрече с членом приемной комиссии, чтобы получить мнение родителей о учениках нашей школы. Я надеюсь, вам понравится тур по нашему кампусу. У наших учеников большая занятость во время уроков, так и в свободное время. Мы прилагаем все усилия в учебе, но также умеем весело провести время. Более того, наши учителя следят за тем, чтобы мы максимально использовали все возможности и получали тот опыт, который нам дает жизнь в Таиланде. На этом я заканчиваю и предлагаю вам просмотреть несколько фотографий из жизни Regents. И не забудьте посетить остальные окна. До свидания.